Дорогие партнеры и друзья, мы в интернет пришли все заработать. Заработать как такой компании, где действительно мы можем выйти на высокие доходы. Но для того, чтобы работать в компании, нам нужно знать очень много. Нам надо учиться, приходить на брифинги, приходить на презентации, на школы, потому что без учебы, без знаний мы не сможем построить свою команду. Сегодня мне столько вопросов было задано в Телеграме, поэтому, дорогие партнеры, старайтесь посещать все презентации, все брифинги, потому что это залог высоких наших знаний, и, естественно, мы можем спокойно вести свою команду. Без знания у нас ничего не получится. Где-то да остановимся, потому что вопросы сейчас заходят к нам новые партнеры, которые очень много задают вопросов, а мы не знаем, как отвечать. Также мы встречаем людей, которых приглашаем к себе в команду, и опять же нам задают вопросы, на которые мы опять не можем ничего ответить. Поэтому давайте будем учиться. Если мы будем учиться и знать все, тогда и будем иметь высокие доходы. Поэтому представляю вам компанию Millennium Cent Ltd. Это цент нового тысячелетия, которая занимается инвестированием в недвижимость. Компания New Millennium Cent Ltd. пришла в интернет в 2011 году. Это партнер, который уже проверен временем. 24 марта мы будем праздновать 8-летие нашей компании. New Millennium Cent Ltd. сотрудничает только с крупнейшими инвесторами строительных компаний на Северном Кипре, которые имеют все лицензии на данный вид деятельности. Компания вкладывает свои силы в развитие Северного Кипра с 2004 года, так как цена на недвижимость одна из самых низких в Европе и благоприятные условия для комфортной жизни в экологически чистом районе. Это основная причина, почему компания предлагает приобретать недвижимость именно здесь. Она всегда стремится предоставить своим партнерам лучшие предложения на рынке. Поэтому документы, которые подтверждают, что наша компания международная, легальная, долгосрочная и надежная. Вот этот документ, который вы видите вверху с красной печатью, он гласит так: настоящему достоверенно, что выполнив все регистрационные требования в соответствии с законом о международных коммерческих компаниях 1994 года, компания New Millennium Cent Ltd. зарегистрирована в Республике Сейшельские острова в качестве международной бизнес-компании с 24 марта 2011 года. Хочу немножко здесь остановиться, потому что мне задавали такие вопросы именно насчет этого. Люди ищут в реестре Кипра нашу компанию, но наша компания зарегистрирована в реестре международных коммерческих компаниях. На Кипре, в реестре Кипра ее не будет. Поэтому и она является интернет-компанией на данный момент, потому что она в интернет-бизнесом занялась. Здесь написано понятно и ясно. Поэтому нашей компании может и не быть на Кипре офиса. Но наша компания, она работает с нами удаленно. Это наш суппорт. Поэтому это юридически правильно, поэтому наша компания заключила договоренность с другой компанией, это наш посредник,
который решает все наши вопросы при покупке недвижимости на Северном Кипре. Как только выходим на вознаграждение, наша компания присылает списки в Монолит, и Монолит занимается всеми юридическими вопросами, адаптацией нашей, открывает счета, все, что нам нужно на Северном Кипре. Этим занимается наш посредник Монолит. Поэтому здесь задают вопрос, картинки нет, но пишут, что есть. Точно есть или нет картинки? Кажется, у меня все включено. Хорошо, спасибо, Майя. Поэтому наша компания, не задавайте ей вопросов, не пишите в суппорт. Здесь все документы, которые доказывают, что наша компания легальная, что наша компания международная. Изучайте документацию, стремитесь узнать, чтобы знать, как людям отвечать. Потому что суппорт вам и отвечает, мы не кипрские. Поэтому в Монолите тоже генеральный директор, наш вышестоящий спонсор, это Александр Леонтьев. Но есть исполнительный директор, такой закон Кипра, что в руководящих должен находиться и киприянин. Поэтому исполнительный директор является здесь тоже на Монолите человек, который проживает на Кипре, но является жителем Кипра, не русскоязычно, а именно киприянин. Поэтому вот такие законы, от законов не уйдешь. Почему Сейшельские острова? Потому что Северный Кипр еще не республика, которая нигде не зарегистрирована, не приняла статуса своего. Поэтому там нам намного проще работать компаниям, многим компаниям, потому что в этой республике намного меньше идут налоги. Поэтому каждая компания старается где-то выиграть. Поэтому не ищите какие-то неизвестно что, что наша компания неизвестно какая, мошенник или что. Она доказала уже в течение 8 лет, что наша компания в самом деле реальная, что в самом деле легальная и надежная и долгосрочная. Потому что здесь по недвижимости идет в нее большая очень прибыль. Ну вот я и ответила для многих на вопрос, где находится наша компания, где ее офис и чем она занимается. Итак, мои дорогие партнеры, у нашей компании 5 программ. Из них 7 семиместных столов находятся в этих программах. 2 предварительные и 3 бонусно-накопительные программы. Это бонусно-накопительно, это являются наши программы по недвижимости. Как наши программы помогут нам стать владельцем элитного жилья? Мы сейчас будем узнавать. Тоже очень полезная информация. Прежде чем мы покупаем, как только мы покупаем себе бизнес-место и, естественно, сертификат этого Grow Plus, сразу же с нами заключает наша компания соглашение. Это соглашение мы подписываем, когда нам приходит, там мы пишем «принимаю», ставим код, пин-код, который приходит нам на электронную почту, это и является нашей электронной подписью. Поэтому наши скрепленные договора, соглашения, ну это по нашему договора, по ихнему соглашения с нашей компанией. Также и Евробит, также и в Солнечном Шансе, СМТ-софте и Сан-Митрополисе. Поэтому с нами компания всегда на связи, это самое главное. На все вопросы, что мы не задаем, она всегда нам отвечает. Поэтому еще мы должны быть крепко уверены в том, что наша компания в самом деле надежная. И в самом деле наша компания предоставляет нам все инструменты для нашей работы. И поэтому мы рассмотрим наши бонусно-накопительные программы. Самая первая программа, которая дана в прошлом году нам,
Это Grow плюс 45. Мы заходим, покупаем бизнес-место, нам дается в подарок сертификат, и этот сертификат работает на нас. Он инвестируется дальше, продолжает работать, идти тоже в недвижимость. И нам возвращается с прибылью 170 долларов. Наши 170 долларов здесь не должны в этой программе крутиться. Еще раз прокручу. Мы должны двигаться. Раз у нас есть цель, есть у нас мечта дойти до 128 тысяч долларов, быстро получить недвижимость и за этот период получить еще высокие доходы выйти. Поэтому мы должны двигаться быстро. Grow Plus мы в любое время можем зайти. Почему? Потому что у нас возможность будет с Евробита зайти. Но еще хочу провести такую параллель. 12 человек с вами, Grow Plus, дают вам 170 долларов. 12 человек Евробите, которые тоже подписаны под вас, они дают вам 1800. Зачем застревать там, где нам меньше, у нас меньшая прибыль? Поэтому, как только мы зашли в Евробит, здесь в Евробите мы видим два стола. И здесь тоже семиместный стол, как и у Grow Plus. Но есть одно но. В первом столе Евробита у нас 5 мест занято. Только 2 бизнес-места свободны. Почему? А потому, что наша компания здесь нам дает подарочные места. Многократно, очень много, изобильно она изливает на нас эти подарочные места. И эти подарочные места будут многократно нас выводить на 300 долларов. Но первые 300 долларов, которые мы выходим на вознаграждение, распределяются так. 250 идут во второй стол Евробита. 25 идут на нашу карту Millennium. И 25 нам идут на нужды компании. Это такое только раз. И 6 долларов у нас все время будет за наших партнеров, за их подарочные места. И тоже это многократно. Поэтому желаете еще в Grow Plus идти? Пожалуйста, идите, потому что с первой выплаты у вас как раз получается еще купить бизнес-место именно в Grow Plus. Итак, наши 25 перешли во второй, 250 перешли во второй стол. И как только мы оказываемся на вершинке стола, мы выходим на вознаграждение 1000 долларов. Наши 1000 долларов тоже должны работать на нас. И они должны продолжать сразу же, не забирать на карту, а сразу же должны продолжать работать и переходить у солнечный шанс. Это уже наша программа бонусно-накопительная именно по недвижимости. Здесь мы тоже получаем сертификат, который тоже на 1000 долларов, который тоже работает на нас. Поэтому мы в Евробите можем спокойно, потому что у нас будет очень многократно выход с подарочных мест по 250, можем купить бизнес-место во втором столе. Поэтому движение – это самое главное. И когда мы вот эти, кто-то зашел с Grow Plus, кто-то сразу зашел с Евробита, вот эти две программы нам дадут многократные большие доходы, где мы можем себе позволить оплатить свои кредиты, ипотеки, все проблемы, которые у нас есть, связанные с деньгами, купить себе недвижимость в нашей стране, там, где мы работаем. Поэтому у нас есть возможность, и нам дает вот эта программа, вот эти две программы. Еще плюс то, что и в связи с тем, что мы имеем уже сертификат на 250 и на 1000 по недвижимости, мы можем спокойно, не дожидаясь 128 тысяч выхода, мы можем купить себе недвижимость на Северном Кипре. Это позволят эти программы. Поэтому, как только мы зашли до 1000, здесь тоже семиместный стол, в котором 3 верхние занятые, 4 свободные бизнес-места. Как только они заполнились, всегда вышестоящий
выходит на вознаграждение 4000. И эти 4000 первые распределяются так. 2000 переходит в SMT Soft, а 1000 идет нам на карту, а 1000 идет на реинвест под нашего спонсора. И потом она нам даст опять 4000 долларов, где 1000 опять уходит под нашего спонсора, а 3000 до бесконечности мы будем выводить на нашу карту Millennium, потом на наши кошельки через суппорт, и потом пользуемся своими этими деньгами, на ту карту переводим или свой кошелек, как говорится, и мы каждодневные наши нужды можем исполнить здесь этими переводами. Но еще хочу заострить внимание вам, дорогие партнеры, что здесь, в солнечном шансе, если у нас не будет тоже квалификации двух партнеров, мы за третьим разом не сможем вывести свои деньги, потому что первый раз нам тоже будут заблокированы наши деньги, второй раз тоже, а третий раз уже эти 300 долларов распределятся между партнерами, которые находятся в этом столе, где и вы вышли на вознаграждение. Поэтому всегда рядом с вами должны быть ваши партнеры. И дальше мы продолжаем смотреть, что же с нашими 2000. Наши 2000 накапливает нам в SMT Soft 8000. Здесь у нас уже накопление идет. И наши 8000 накопились и переходят в последнюю программу Sun Metropolis. В Sun Metropolis наши 8 накопили нам 32 на острове мечты. И 32 переходят на остров Победы. И здесь на острове Победы накапливается 32 тысячи. Нам накопили 128 тысяч долларов. И здесь тоже обратите внимание, я хочу, чтобы вы все знали. И тоже мы здесь не получим, покуда наших не будет партнеров здесь на острове Победы. Заблокируются наши деньги, потому что здесь будет происходить верификация наших паспортов. Естественно, если наших партнеры липовые или клоны, поэтому мы здесь деньги не получим. Итак, мои дорогие партнеры, первые 128 тысяч долларов распределяются так. 32 тысячи идет на реинвест под нашего спонсора. Под нашего спонсора. И 96 тысяч на вывод. Но первые 96 нам предлагается, чтобы мы купили недвижимость на Северном Кипре. Мы можем до бесконечности покупать себе недвижимость, но первые именно предлагают, чтобы мы купили. Поэтому, мои дорогие партнеры, я думаю, что каждый желает иметь себе в Европе и в теплой стране прекрасный домик на берегу моря, где можно отдохнуть, где можно с семьей поехать, и действительно вся семья будет отдыхать вместе с нами круглый год. Там можно купаться, кроме двух месяцев. Поэтому посмотрите еще раз, сколько мы можем иметь денег. Потому что, когда в разговоре, иногда не касается это, уши слышат, а глаза видят. И глаза, когда это видят, они зафиксируют в памяти в нас вот эту сумму. Это 170, 300. Плюс за каждого партнера, который подарочные места его по 6 долларов, плюс 1000, плюс 3000, мы можем 4482 доллара иметь каждый день себе на нашу жизнь. Много или мало? Я думаю, что нормально. Но зависит именно это от нас, как мы работаем, как мы учим своих партнеров, как они дублицируют нас, как научаем, как показываем, как работать, как мы сами разбираемся в маркетинге, как мы понимаем всю процедуру нашей компании. Поэтому нам нужно все время учиться и учиться.
учиться приглашать, учиться разговаривать, учиться рассказывать о нашей компании, рассказывать с радостью, потому что нет такой компании, которая в самом деле дает вот такой прекрасный маркетинг, который выводит нас на высокие доходы, плюс еще недвижимость. Поэтому, дорогие партнеры, от нас все зависит. И мы сейчас рассмотрим, что же дают нам наши личные сертификаты. Сертификат фиксирует и закрепляет за нами ту сумму, которая идет у нас в накоплении для получения полной итоговой суммы и дает нам право на продвижение по программам снова и снова. В наших программах часть денег идет накопление, а часть выводится как промежуточные выплаты. Сертификат заменяется на большую сумму, когда мы проходим очередную программу. Сертификат можно использовать как часть оплаты при покупке недвижимости, если мы не дожидаемся накопления полного. Поэтому, дорогие партнеры, если мы вот 20 мая поедем на Северный Кипр на конференцию, и у нас уже будет деньги даже 10 тысяч долларов, мы можем сделать там задаток, выбрать себе недвижимость, предоставить наши сертификаты, которые у нас есть. Это 250, если мы в солнечном, 250 и 1000. И мы уже себе забронируем наше жилье, нашу недвижимость. Поэтому возможности для нас компания дает очень большие. И эти возможности доступны каждому. Поэтому, мои дорогие партнеры, независимо, сколько у нашем кошельке денег, мы всегда можем начинать движение, заходить и трудиться в этой компании. Понимаете, я сегодня слышала одного блогера, который именно обучает, как вести, и он говорит: а вы запишите себе, многие говорят, что нету денег, а вы запишите себе везде и всюду, по всех комнатах, везде, нету денег, нету, ну и ладно, нету, а во всех хорошие машины, а во всех хорошие телефоны и еще много-много чего хорошего. Но люди любят говорить: а у меня нет денег. Мы же здесь пришли работать только для себя, ради себя, не для кого-то. Поэтому знайте, что тема жилья актуальна всегда и для каждого. Для каждого нужна крыша над головой. Но мы выбираем сами, какая это крыша, где мы будем жить. Если мы стремимся улучшить свою жизнь, чтобы жить в хорошей стране, в Европе, чтобы наши дети там получили хорошее образование, потому что на Северном Кипре очень много университетов, которые европейских именно, которые обучают всех со всех уголков мира детей, поэтому даются дипломы, именно европейские дипломы, и наши дети смогут в любой стране иметь себе недвижимость. Ой, извините, тут меня сбили, как раз иметь себе работу в любой стране, куда бы они ни поехали, у них есть хорошее образование, потому что образование сейчас играет очень большую роль, а тем более европейское. Я думаю, мы многие хотим, чтобы наши дети имели вот такой диплом, обширный диплом, не только в нашей стране, и не могли никуда-то выехать, где бы зарабатывать, выходить на высокие доходы. Поэтому здесь, на Кипре, наши дети могут получить прекрасное образование. Я думаю, в каждом у нас такая мечта, чтобы наши дети получили это образование. И, естественно, чтобы нам жить в прекрасной стране, в которой мы не боялись за наших детей, гулящих на улице, потому что там все контролируется. Сейчас мы уже просмотрим, когда мы подошли к покупке недвижимости, процедуры этой недвижимости. Здесь немножко, видите, искажение, но все равно
Слова понятные. Процедура покупки недвижимости на Северном Кипре. В связи с тем, что наш монолит несет ответственность перед нашей компанией за юридические услуги, поэтому наша компания направляет списки, которые выходят на вознаграждение, и монолит берет на себя обязанность нас снабжить всеми юридическими услугами. Поэтому это уже мы выбираем. Если юрист, мы можем юристу написать доверенность от своего имени, и он это все будет делать сам, или же мы делаем вместе с ним. Но мы язык не понимаем, естественно. И я думаю, первые шаги мы, естественно, не сможем без юриста. Ну, я думаю, даже лучше, когда юрист, потому что здесь обмана никогда не будет. Поэтому первый важный шаг – это подписание договора купли-продажи. Потом оплата этой покупки. Третий шаг – оплата налогов и сборов. Это в любой стране. Любая страна, любая республика считается, что за налоги и сборы она тоже себе в казну государственную повышает доход. Поэтому, естественно, но, как Леонтьев говорил, здесь налоги, такие даже их я не замечаю. Получаются небольшие налоги. Перевод титула – это мы переводим титул с иностранца на собственника недвижимости. Пятым уже получение ключей. Самая такая как бы для нас радостная уже процедура, потому что мы берем ключи, идем ту квартиру, коттедж, что мы выбрали, виллу, то, что мы выбрали. Мы приходим, открываем, рассматриваем. Это очень радостное. И потом ограничения. Ограничения являются теми, что мы, если мы оформили вид на жительство здесь, мы не можем на себя больше оформить недвижимость многократно, потому что на одну фамилию оформляется лишь только одна недвижимость. А потом, если у нас муж или жена на другой фамилии, на их, пожалуйста, оформляем. Дети, которым уже по 18 лет, пожалуйста, оформляем. Поэтому недвижимости можно несколько приобрести, даже если мы оформили себя вид на жительство. У нас есть семьи, у нас есть дети, которые могут эту недвижимость приобрести. Поэтому вот договора. Вы видите, который договор купли-продажи, который оформлен на четырех страницах. Поэтому смотрите, внизу видите подпись. Подпись продавца и подпись покупателя. И это завизировано на каждой странице. Подписи, подписи. Дальше четвертая страница, она скреплена печатью. Стоит штамп, номер нашей недвижимости. Видите еще сколько из турецкой стороны видно подписи, сколько здесь подписей. Это не говорит о том, что покупку наша компания производит, пришли друг другу в руки, передали деньги и друг другу пожали руку и на этом разошлись. Нет, везде все законно. Плюс еще кадастровые документы, тоже один документ с печатью, другой с номером, совсем тоже с вашими подписями продавца и покупателя, плюс еще кадастр, это отдельная фирма, которая тоже заключает под печать. Поэтому везде есть печати, везде есть все, что нам нужно. Поэтому, дорогие партнеры, еще последний документ, который подтверждает, что вы являетесь собственником недвижимости, это Турецкая Республика. Она тоже подтверждает нашу собственность, том, что мы являемся теми людьми, которые предоставили документы. Вот сколько документации у нас на руках. Поэтому ведь недвижимость всегда растет в цене. Поймите о том, что с каждым годом
Кипр становится все известнее и известнее. Те документы, которые вы видели впереди, они оформляли на американца, что не только мы, русскоязычные, постсоветского пространства, стремимся на Кипр, сюда стремится весь мир, потому что здесь самые дешевые квартиры, дома, виллы, все, что предлагает наша компания, здесь все дешевое. Поэтому нам нужно тоже стремиться. Если мы будем свою команду правильно вести, наставлять, идти целой командой, чтобы друг другу помогали, естественно, мы быстро дойдем и себе купим еще по меньшей цене. Ну и успеть, это же остров. Для своей команды и для чата бросала видео, где наш человек ходил и показывал, какое строительство и как оно быстро растет. Семимильными шагами идет строительство на Северном Кипре. Застраивается и застраивается, поэтому спешим, стараемся быстрее выйти на вознаграждение и купить себе недвижимость. Хотим ли мы зарабатывать одновременно и создавать надежные активы? Вот так, вот такой суммой, 96 тысяч долларов. Каждый задумайтесь, держали мы хоть раз такую сумму в своих руках? 96 долларов. 4-3 тысячи, я думаю, держали, но 96 мало кто с нас держал. Поэтому задумайте, хотим ли мы здесь зарабатывать, хотим ли мы здесь создавать надежные активы. И еще, мои дорогие партнеры, мы увидели, что с нашей компанией это реально сделать. И сделать за короткий срок. Увидели, я думаю, уже многие здесь трудятся не первый месяц. И все это увидели. Хотим ли стать инвестором недвижимости, заниматься элитным бизнесом? Я, конечно, думаю, что каждый скажет «хотим». Плюс много промежуточных выплат. 170, 300, 1000, 3000. Эти выплаты многократно. И мы будем многократно их зарабатывать. Поэтому нам компания еще готовить подарок – инвестиции. Это прекрасно, потому что самая надежная компания, в которой мы можем доверить то, что заработали, мы можем ей опять доверить. Поэтому компания всегда радует нас. Хотим ли создавать активы без начального капитала и кредитов? Конечно, хотим, дорогие партнеры. Это я говорю, и я думаю, что я говорю также и за вас. И каждый день ходить на море, купаться, загорать, наслаждаться чистым морским воздухом, который полезен нам, потому что наша загазованность в наших республиках портит нам в самом деле и здоровье. А если мы будем в чистой зоне, где нету вот этой загазованности, потому что здесь нет таких промышленностей, как у нас, нету той радиации, которой мы дышим. Поэтому, дорогие партнеры, задумайтесь, где нам лучше быть. Даже если мы будем на полгода выезжать на отдых сюда, и то прекрасно. Мы будем наслаждаться этим прекрасным видом. И тем более, что и горы нам будут давать тоже чистый воздух. А здесь мы будем смотреть на вот прекрасные закаты и восходы, сидя у себя на балконе, видеть вот такие море прекрасное и еще видеть вот такую красоту, которую мы будем все это наблюдать в виде своего именно балкона. А иметь вот такой кейс денег, я думаю, никто не откажется. Каждый месяц мы можем иметь вот такую сумму денег, потому что 96 тысяч плюс многократные 482 доллара, это и есть вот такая куча денег, большая. Поэтому жизнь, задумайте, жизнь слишком наша коротка. И она не может быть, чтобы она не была для нас ценной и драгоценной, и чтобы не была важной. Поэтому думаем об этом. Для того, чтобы осуществить свои мечты и сделать жизнь своей достойной, самой деле достойной. Потому что когда мы зайдем на остров Победы, мы не только победим остров, но мы победим сами себя,
Мы будем уверены, что мы смогли это сделать. Мы будем знать, что победа дала свободу. А самое главное, мы получим большую свободу. Свободу от этих всяких проблем, от кредита, от ипотек, от наших проблем, от нашего того, что нас не хватает на наше лекарство денег, на всякие мелочи у нас не хватает денег. А мы будем иметь такую хорошую свободу. И эту свободу нам даст наша компания. Мы предлагаем уникальную возможность стать партнером нашей компании и нашей команды. Поэтому больше рассказываем о людях, общаемся, рассказываем о уникальности нашей компании, рассказываем об уникальности нашего маркетинга. Многие говорят, ой, матричные, это очень плохой маркетинг. Нет, а вы покажите, какой он прекрасный, сколько нам Евробит дает многократные подарочные места. Мы только раз зашли за 170. А смотрите, сколько мы будем получать наши подарочные места до бесконечности. Будут нам давать по $300. Покажите, расскажите людям, откройте им глаза. И тогда у нас будет расти команда. Потому что без команды, дорогие партнеры, мы не сможем иметь 128 тысяч. Только с большой, слитной, дружной командой мы будем иметь ключ вот от этих, от недвижимости, от высоких доходов. И команда слаженная играет большую роль, когда они друг друга поддерживают, когда друг другу помогают. И вот такую кучу ключей от множества недвижимости только благодаря команде. И по вот этом кейсе всегда будем иметь такой кейс денег. И ни в чем себе никогда не будем отказывать. Задумайтесь, дорогие партнеры. Старайтесь, чтобы все это наши мечты исполнились. И цели наши были достигнуты. Благодарю вас. У меня все.